Итак, кровать по Е190. С пультом. Также на пульте имеется ключ. Ну, допустим, поднимаем голову. Головная, ну, спинная секция. Так, теперь ножная секция. Теперь превращаем все это в кровать. Опущена, поднимается вверх. Куча функций. Даже есть градусы на ногах и на спине. Так, ноги вниз, голова вниз. Ручной CPR и злополучная кнопка стоп, которую мы будем сейчас разбирать. Итак, что мы видим? Здесь на металлической скобе зафиксирован провод от случайного вырывания. Здесь тоже. И так по всей длине он проложен к блоку управления. За счет этих металлических пластин, которые жестко держат кабель в натянутом состоянии, внутри выглядит так. Разорвана одна из фаз, ну, либо фаза, либо ноль. Тут уже как повезет, как вы его подключите в розетку. Но, тем не менее, здесь идет земля отдельно. И даже если вы вырвете всего лишь навсего один контакт. Но тут уже на удачу будет это. Фаза либо ноль, вы узнаете после того, как, не дай бог, вы его вырвете. Вообще кнопка стоп это нужна для того, чтобы в экстренной ситуации на нее нажать, она сработает, разомкнет контакт, и блок управления будет не запитан. В общем, как-то так.